Всем привет! Сегодня хочу подкормить огурцы раствором перекиси водорода. На 1 литр идет 2 столовых ложки перекиси водорода. Вот она, перекись водорода. Вот такая вот раствор. Стоит она 15 рублей. Здесь 1,5 литра, значит 3 столовых ложки я добавлю. И опять похихикала, у меня какая-то тяга к зеленому цвету. Посмотрите, что холодильник, что мои галоши. Люблю я вот этот салатовый цвет. Вот, и также буду опрыскивать вот из пульверизатора, потом сюда вот таким же раствором все зеленые растения, помидоры, чеснок, клубнику, все-все-все, все вот этим вот опрыскиваю. В бутылку сейчас налила теплой воды, потому что огурцы любят теплую воду, от холодной они перестают расти, поэтому поливать их буду теплой водой. Вот, наливаю одну столовую ложку и еще две, потом перемешаю, пойду подкармливать. Эти огурчики высаживала рассадой. Вот это, не пойму, огурец это или... Но еще подсадила здесь семена, потому что рассада не очень хорошо приживается. Или она у меня очень маленькая была, надо ее как-то побольше выращивать. В общем, пока что рассадой мне не нравится выращивать. Как-то у меня не очень это получается. И теперь вот этим раствором перекиси водорода вот я сейчас просто поливаю вот тепленьким. Так вот, чтобы они себя чувствовали очень хорошо. И сейчас пройдусь по всему огороду, везде, где у меня сидят, там у меня семечки, везде, где у меня сидят огурчики, я все это дело подкормлю. Огурчики подкормила, а теперь вот так вот опрыскиваю раствором перекиси водорода все листочки. Все, какие у меня есть, всю зелень, и смородину, и крыжовник, и туи, в общем, все, что вижу, все опрыскиваю, чтобы было хорошо и вкусненько. Опрыскиваю перчики, баклажанчики, томатики, теплицы, перекиси водорода. Поворачиваюсь, и что я вижу? Вот мое чудо лежит, мой личный сторож, который постоянно со мной рядом. Что бы я делала, если бы он у нас зимой, если бы его не стало? Это просто разрыв сердца, что называется. Мой хороший, он всегда везде со мной ходит. Где бы я ни была, он всегда рядышком. Да, мое солнце, я про тебя говорю, любимый мой лысик, про тебя, мое солнышко. Я продолжаю опрыскивать. Нашла в своей дворнице вот такую вот от рассады. Оставляла, видимо, в прошлом году. Хочу сюда посадить на рассаду многолетники. Но поскольку они все дырявые, а у меня нет такого большого поддона, я сюда вот так вот туалетную бумажку закладываю. Потом насыплю землю и посею семечки цветочков. И буду их выращивать. Вот эти многолетники сейчас буду высаживать вот в ту кассету в черненькую. Я ее подготовила уже. Поставила вот так на землю под куст. И у меня было ведерко с землей, и сыпала, прям вот так брала и вот так вот сыпала, как получится. Потом вот так разровняла, полила, и у меня все здесь сравнялось. Да что ж ты лаешь-то так? Что вы лаете-то? Все, и вот сейчас буду сюда высевать, а потом сверху еще землей присыплю. Сегодня какое число-то у нас? 11-е, по-моему. 11 мая. Не нашла ничего лучше, как поставить то, что я посеяла, вот эту всю кассету, вот под стол. Вот пусть тут и стоят. Буду ждать, когда они вырастут.